Нет никакой дилеммы двух президентов. Система власти Татарстана точно эффективнее какой-нибудь Калуги. Мы регион федерации. Это не оспаривается адекватными людьми. С этим не согласны только беглые туранисты. Но нам плевать на гарканье с берегов Босфора. Мы с берега Казанки не спорим со своей субъектностью в федерации. Мы хотим, чтобы было понимание, кто регион номер один. А президента нам Путин разрешил. Мы с уважением отнесемся к любому выбору народа Татарстана. Вы знаете, у нас ведь, как в стране говорят, хоть горшком назовите, главное, чтобы в печку не ставили.